В теме происшествия он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но допустил столкновение с легковым автомобилем. Мурманские автоинспекторы задержали водителя-рецидивиста. Исследование подтвердило, что нарушитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля Mitsubishi было составлено несколько административных материалов. Также было установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за неоднократное вождение в состоянии опьянения, и права ему еще не вернули. Теперь мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.